Девушки, привет! Видео будет лаконичным, коротким, но, надеюсь, не единственным на сегодня. А конкретно хочу вам показать часы, которые я отобрала у Рунена. Я не знаю, что на него нашло. Он в этот раз взял часы только с опалами. Только. То есть все модели совершенно разные. Тяжелее, легче, длиннее, короче. Но все с опалами, либо совсем без камня. Первая модель, которую вам хочу показать, я ее вижу впервые. То есть это нечто такое мне неизвестное. На руке сидит вот таким образом. Довольно удобно. Перламутровый циферблат. Японский механизм Miyota. И мы можем промерить и увидим, что эти часы на 18 сантиметров 3 миллиметра. Сейчас я вам скажу цену. 146 долларов. Еще раз вам покажу поближе. 18 сантиметров 3 миллиметра. Это часы номер один. Часы номер два за 170 долларов. И длина у них 18. Это, пожалуй, одна из самых дорогих моделей. Вот такая фактура, видите, в два слоя, буквально напаянные сверху цветочки. Как бы мне трудно вывернуть руку, но в принципе это вот как-то вот так. Хорошо, что я померила. Они на 17 и 17 сантиметров 7 миллиметров. Они не добивают до 18. 17 сантиметров 7 миллиметров. Так, это вторая пара. Третья пара. Довольно длинные, насколько я помню. Вот они. Циферблат маленький. Смотрите, относительно этих, например. В первых двух часах, кстати, циферблат, как я понимаю, одинаковый. Знаете что, давайте сравним. Даже интересно. Видите, здесь более перламутровый. Здесь менее перламутровый, но тоже перламутровый. Здесь больше разводов таких цветных. Но здесь мы видим довольно маленький циферблат на очень крупную серебряную основу с фианитом. Фианит голубого цвета. От цвета подальше. Да, голубой. Голубого цвета. Вот он сбоку. Вот такая интересная модель. И я, насколько помню, их промеряла уже. Они у меня получались больше 20. Они у меня получились вот сейчас 20 сантиметров 7 миллиметров. 20 сантиметров 7 миллиметров. И сейчас я попробую быстренько вам сказать цену. Постучу, пошуршу. 152 доллара, девушки. Как я и сказала, 20 сантиметров 7 миллиметров. Ко всем этим часам идет вот такая вот цепь, для того, чтобы часы вдруг не свалились. Хотя я не думаю, у них коробчатый такой замок, но на всякий случай, для того, чтобы не упали с руки. Говорят, что нужно сначала, когда вы одеваете такие часы,
как бы на руку, да, сначала попробовать сразу же вот так вот цепочку одеть. Но сейчас через, я смотрю через телефон, поэтому мне сложно. А потом уже как бы застегивать, чтобы они вдруг ни с того ни с сего вот так не рухнули вниз. Значит, смотрите, здесь у нас это часы номер 4. Они чисто серебряные, никаких нет дополнений. Тут циферблат средний по размеру. Вот скажем, если вот относительно этих, либо относительно этих. Средний циферблат. Японский механизм Miyota, как известно. Это как тот же механизм, что и в марказитовых часах. $142. $19 см, 5 мм. Девушки, и последнее на сегодня — это легендарные часы, которые мы называем Олины. Такие часы у Виолы сейчас. Также средний циферблат. Нет, пардон, это не средний, это, наверное, маленький циферблат все-таки. $160 они стоят. Значит, смотрите, какая у них проблема. Их очень все хотят. Это очень популярная модель. Но они идут ровно на 16 запястье, 16 сантиметров. Девчонки спрашивают, а можно ли попросить шаблюли добавить звенья? Смотрите форму часов. Даже если, скажем, звенья добавятся, что мы видим? То есть, скажем, вот тут вот они будут шире, но за счет этих крыльев они станут квадратные просто. То есть мне кажется, что эту модель часов на большую руку никак не пойдет. То есть это должно быть, ну, максимум 17, если попросить какие-то дополнительные звенья, не более того. В данном случае это на запястье 16, строго, и не больше. Все, девчонки, на этом первая часовая часть закончена. Вторая часовая часть будет в себе нести также часы от Шаблюль, которые я взяла у Рунена. Следующие 5 штук я решила выбирать от крупных к мелким. Поэтому как бы дальше по мере продвижения часы будут мельчать и дешеветь, соответственно. Если у нас будет еще только одна часть, то будут мелкие, а если две, то мелкие будут в третьей части. Ну, я вас как бы умудрилась запутать. Не прощаюсь.